Друзья, вот таким вот макаром я ее завез от машины до дома. Итак, снимаем. Вот оля. Это супер техника. Приехала домой. У меня теперь новая машина. Сейчас закину ее на стол и покажу маленький обзор. Друзья, хочу вам сегодня представить свою новую покупку. Это вот этот вот ленточная пила фирмы МКО БС-2. Производитель Австралия. Его размеры. Так, сейчас натянем. 70 сантиметров со столом, низ 55, высота от стола до Тайсон. Спасибо за помощь, Тайсон. Так, 75 сантиметров высота. Высота пропила 14,5 сантиметров. В комплекте вот такой боковой упор, он трехскоростной. Молодец, Тайсон, умница, знаешь, играй. Вот. Стол алюминиевый с тремя вырезами. Давайте, пока снята столешница, давайте посмотрим, что это за столешница. Значит, здесь на столешнице есть, это не Т-трек, то есть не Т-пас, и всего три, два по краям и один в длину. Это по горизонтали будем называть, да, один и второй по горизонтали, один поперечный. Есть вот такой вот транспортир, довольно-таки с хорошими обозначениями. Давайте рассмотрим его поближе. Ну вот так вот, довольно-таки шикарные у него тут отметины. Есть стрелочка. Как он фиксируется, я не знаю. Вот он входит здесь, сюда вставляется. Поставим 90. Еще вот такую штуку прихватил. Не знаю, зачем она. Придется потом погуглить. Пока не закреплен болты еще, чтобы не потерялись. Вкрученные. Так. Может, кто знает вообще, что это. Хотя, в принципе, можно погуглить, узнать. Проблема небольшая. Ну ладно, есть и есть. Это уже хорошо. Стол литой. Алюминиевый. Имеются ребра жесткости. Один пропил, один вкладыш. Только это не Т-трек, а обычный вырез. Выборка. Так, крепится четырьмя болтами. Имеет наклон стола снизу. Итак, мы видим, что довольно-таки крутой наклон. Почти до самого верха поднимается и позволяет удерживать брусок. Теперь давайте рассмотрим наклон стола. Есть вот такая вот здесь шкала. И одним болтом регулируется он с пружинкой. Точность хорошая, я уже проверял. Здесь у нас крепится на четырех болтах с гаечками. Те, которые спереди, с той стороны сейчас, которую мы не видим, они имеют тут прорез.
Выхода на вентиляцию у нее нет. Ни в одном месте, к сожалению. Под углом 45 градусов. Значит, самое главное, размер. Размер пропила я уже замерял, знаю. Покажу еще раз. Стол хватает захват 37 сантиметров. Представляете, 37 и 37. Получаем круг 74 сантиметра. Это довольно-таки нормально. Скорости меняются у него, значит, здесь ремнем. Сейчас. Колесо двигателя имеет два деления здесь. Вот он сейчас сидит на одной, вот здесь второе деление. Это у нас, будем говорить, третье колесо. Значит, первое колесо переднее, который идет сюда на ленточку, на стол. Второе колесо. У этого колеса тоже есть под этот ремень. Раз, два деления. И вот третье деление. Обозначение скоростей чуть выше. Я сейчас покажу. Здесь наверху. Значит, резинки здесь нету. Здесь почему-то тряпичная такая покрытие. Но она такая немножко натягивается жестко. Я с одной стороны снимал. Вот. Есть заземление. Значит, здесь двигатель стоит. Стоит маленький небольшой движочек. Кондер. Коробка. Здесь желтый провод заземления. Здесь два отверстия. Один с той стороны, другой с этой стороны. В этом листе металла. Все это в таком гнутом металлическом черном листе толщиной 2,5 миллиметра. Сейчас направлю камеру, и мы посмотрим с вами поближе все вот эти вот данные на двигателе. Вот, друзья, демонстрирую вам на двигателе эмблемку. Вот еще одна табличка, которая находится на корпусе. Вот здесь вот, вот и двигательно. Сейчас мы ее увеличим. Данный двигатель я потом сфотографирую. Пока поставлю. Так. Стержни. Вот один стержень, на который накручивается сам кожух. Доступ вовнутрь производится двумя винтами. Там стоят штыри, винты снимаются, и кожух вытаскивается. Здесь мы видим первое, что самое главное. Коробка для включения и выключения. Поворот. Включение, выключение. Так. Но, может быть, кто-то скажет, так неудобно. Но зато дверцы не болтаются. Если на этом, на том дверце надо открывать, они будут болтаться, что-то натягивать. Здесь весь доступ полностью ко всему. Можем почистить, обдуть. Вот. Давайте покажем узел самого подъема опускания. Здесь у нас стоят сухари. Этот сухарь левый стоит наискось под углом. Второй, который справа, стоит прямо. Здесь стоят барашки, винты, которые поджимают его. Обойдем его справа. Итак, здесь находится прямой. Изготовлены они из
эбонита черного, кажется. Значит, здесь у нас только один подшипник сверху, в который упирается ленточка. Двигается. И вперед-назад регулируется вот этим вот колесиком. Отдали, зажали. Вот он узел снизу. Здесь у нас подшипник, в который упирается лента. Здесь у нас под наклоном. Идет под наклоном сухарь. А этот сухарь идет прямо. Полная противоположность. Если там наоборот у нас левый сухарь идет наискось, правый у нас идет прямо. Здесь теперь наоборот. С этой стороны, с обратной, есть зажим высоты. Много крутить не буду его. Чуть-чуть еще ослаблю. Нету плавного механизма, который позволял бы опустить как на той ленточке. Так. Вот здесь вот такой держатель у него загнут. Так. А вот он, видите, он рассчитан под этот стол. За подлицо. Здесь упирается в корпус металлический. Здесь он держится, чтобы не вывалился сюда. Вот такой вот узел. Сама эта конструкция 21 сантиметр. Поднимем до конца. И вот так вот надо держать и закручивать. Механизмы натяжки ленты. Итак, вот это вот две пружины. И плюс закручивать приходится ключом. Ключ. Так, сейчас пока не знаю ее. Ну, в общем, вращаешь ключом, поднимаешь, опускаешь колесо. С обратной стороны здесь, прямо где-то вот в этом месте, вот, наверное, мы, может быть, увидим. Если приблизим. Вот он. Есть такой же болт, который с той стороны регулирует изгиб колеса право-влево. Был еще показать вам. С обратной стороны есть отверстие, которое позволяет шестигранным ключом регулировать наклон колеса. Размер колес. Колесо на 17. Диаметр. Точно 17. Еще раз проверю. 17. Почему я поставил вторую пилу? Для того, чтобы вы видели. Они, в принципе, одной высоты. Высота 75 сантиметров. Здесь столешница маленькая, 30-ка. На моем, на этом, 40 на 40 стол. 40 на 40 и алюминиевый. Это уже лучше. Итак, друзья, настал день, когда можно включать электротехнику. Шумную, не шумную. Сегодня у нас воскресенье, значит, рабочий день. Что мы делаем? Итак, давайте запустим этот двигатель. Гвозди, с ними больше возни. Ну, что будем говорить? Дубовая досочка, пропил гладенький, видно, красивая текстура. Поставить под 45, напилить, да я верю. Но чувствую, что зубья, машина стояла долго у человека, была ему не нужна. Он сам был не столер,
поэтому предстоит наточить зубья. У меня завалялся вот такой вот упор вот такого вот образца. Если его поставить вот так, то здесь есть как бы желоб, в котором ходит вот такой вот транспортир. То есть можно пилить его так, что-то такой тонкий, чтобы можно было проходить. Поставлю сюда. Здесь есть два отверстия, можно здесь закрепить. И вот так вот пропускать, чтобы можно было здесь помогать рукой на выходе. Знаю, специалисты все знают, что объяснять. Так. И так далее. То есть, если я его закреплю по-другому, вот так здесь, то так тоже можно пилить. Но придется сейчас, в данный момент, воспользоваться таким вот образом, выставить вот отпилим лишний кружочек где-то так, а здесь вторую возьмем. Так, вроде бы да. Так, для этого мы пилили дубовую досочку, сейчас попробуем сухую сосну. Ну давай опять запустим. Пилы довольно-таки нормально, хороший срез. Ну, так как я здесь не совсем все идеально выставил, поэтому срез корявый, видите, заваленный. Ну ладно, хоть такой обзор. Итак, на этом всем большое спасибо, спасибо за внимание. Дальше вы дальнейшие работы этого лобзика увидите на моем канале. Всех благ. До встречи на моем канале.